Всем хай! С вами Юджин, и, ребят, я официально говорю вам, что я затрах тебе донькался. Сейчас слишком много на мои плечи сложилось, легло, свалилось. Я не выпускал видос уже дней 6 или 7. Я задолбался, очень устал. Я все это время был занят лучшими друзьями, которые должны вот-вот выйти. И работа слишком много, я задолбался. Но не так сильно задолбался, как это осознание того, что я не прошел Грэнни до сих пор. Я не сбежал из дома. Я не могу оставить это просто так. Я не могу. Я лучше просру все свои проекты, все свои мечты, но я пройду эту игру до конца, как я и обещал. Итак, все выстроено, как должно было быть, как мы все время играли. Я пройду сегодня Грэнни. Будь оно все проклято. Завались моя карьера просто кубарем через край, в пропасть, просто в небытие. Главное пройти эту игру. Скип. День первый. Я сегодня очень злой. Я даже чувствую, что я немножко заболеваю. Возможно, это тот самый коронавирус, который меня и грохнет. Давайте сначала, знаете, что сделаем? Пойдем вниз. Нет, сначала пойдем вверх. Кстати, хорошо, что здесь пол не скрипит. Тихо, тихо. Мама. Нормально, это нормально. Сейчас мы деда быстренько на вот так вот, хоп, надурили дедулю. Какой же ты глупый. Побежали сюда. Ой, бабка. Там и бабка тоже. Закрываемся. Кажется, плохо. Нет. О, это не я открыл! Есть тут что? Нет ничего. Она возле пианинки. Я смотрю. Я не знаю, что нашел. Впервые штуку эту вижу. Давайте в эту комнату зайдем. Неужели? Телефон! И у него включен интернет. Теперь я наконец-таки смогу поиграть в Raid Shadow Legends! Устал от слащавых мобильных игрушек? Зацени брутальную и эпичную фэнтези-игру Raid Shadow Legends. Собирай отряд из огромного количества уникальных чемпионов. Например, этот устрашающий ящер. Или мрачный демон, тоже устрашающий. Или это сексуальная эльфийка, не менее устрашающая. А вот это особый класс чемпиона. Ни капли устрашения, слабость и посмешище. Блин, ну что начинается-то? Давайте проверим его уникальную способность быть самым слабым чемпионом. Пусть сразится с боссом. А где же Юджин? А вот же он, дохлый. Я устал таскать меч, он очень тяжелый. Отомстите за меня! На арене он тоже высвободит весь свой потенциал никчемности. Как видите, его не пускают на арену. Но не нужно расстраиваться, ведь тебе не обязательно сражаться самому. Бери в руки смартфон, и твои чемпионы будут сражаться за тебя. Окунись и ты в эпический фэнтези-мир легендарной мобильной игры Raid Shadow Legends. Зрелищные бои, большое количество уникальных героев, ПВП-арена и миллионы игроков по всему миру ждут тебя. Также в рейде теперь доступен долгожданный первый сезон боевого пропуска. Выполняй ежедневные задания, выигрывай топовые награды и еще новых легендарных и эпических чемпионов. А сейчас слушай вдвойне внимательно. Рейд разыгрывает 6 11-х айфонов среди случайных участников. Три игрока, достигшие максимального уровня до конца месяца, смогут получить игровой ПК за первое место. Еще один игровой ПК за второе. И MacBook Air за третье. Переходи по моей ссылке в описании и получай 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона. Raid Shadow Legends. Игра для всех. И даже для тебя. Я проиграл. Ух ты, сука. Подробности в описании. А, черт, телефон сел. Ну ладно. Что вы на меня уставились? У меня был выбор. Позвать на помощь, либо поиграть в Raid. Выбор очевиден. Ладно, теперь давайте думать, как отсюда выбраться. А это что такое? А это что такое? Как? Оно всегда здесь было? Что это за новое место? Откуда открылось? Ребята, новые возможности открываются перед нами. Главное, в упорство верить свое. Я в настройках там ничего не закосячил. Откуда? Ой. Ой. Это было громко и опасно. Только бы зло сюда не пошло. Что там за картинка? И вот это что за штука? Я не знаю, для чего она. Она мне очень сильно сейчас мешает. Кстати, могу здесь спрятаться за телеком еще, да? Дед. Рэнч. Ой-о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 й
бумажка очень привлекает внимание мое. Мне очень интересно понять, что это такое. А потом... Хорошо, дверной замок. И бежали. О май гад! Ух! Да ладно! Еще одна картинка. Что происходит? Почему здесь все как-то стало легко? Ну, не то чтобы легко, скорее доступно. Блин! Прям в паховую область я и засадил! Не падай во дворе!
Туда иди, приляг на очень комфортабельную эту штуку противотанку. Блин! Как больно было сейчас в душе. Нам надо забрать ту картинку, которая на столе лежит, и пойти в этот бомбоубежище. Твою же налево. Это мы решим сейчас, бабка, все будет нормально. Можешь не переживать, это испытание я пройду, поверь. Так смотрит на меня. Вот, во-первых, вот это. Угона дай, дай, угона дай. Как лох. Давайте вот здесь кинем, тут далеко не ходить. И надо бы все забрать. Так, дропайся, только не сквозь пол, я тебя прошу. О, кстати говоря, это что же нужно? Быстрей. Вот этот фьюз забрать. Забрать, сволочь. Мы здесь. Давайте смотреть, что это за прикольные такие вот. А как мне их объединить? А, ну смысл их объединять непонятно, потому что и так все понятно. Это дед на фотке изображен. И у него ноги вместо головы. Я не знаю, для чего это нам все надо знать. Вот эта штука, она лежит тут. Будем знать. А теперь быстро пробиваемся. Мой гад. Интересно, эта штука, она работает с монстриком? Давайте попробуем. Come to me. Ну-ка. Есть! Отдай! Понятно! Понятно! Я зря это! Я не буду! Больше не буду! Вы видели, какие красные глаза у них? Они оба охренели от злости. На секунду кажется, что дед переоделся в бабку. Или бабка в деда. И понятно, что ж вы за мразоты. Как мне теперь быть? Почему эта тварюга легла так? Так мне запорола все. Она легла так, что я не смог этот электрошокер взять. Может, вы простите меня? Слушайте, кажется, тварь сдохла. Теперь они будут все время за мной бегать. Я, короче, проиграл эту катку, да? Не знаю, что я сделаю. Я швырну в тебя. Ой. Подохни. Вот. Ай, обидно. Ладно, я думаю, что это навсегда. Сердце бьется в унисон. Идем ловить люлей. Да, ты только сейчас меня убил, дедуль, да? Молодец какой. Я ваш. Полностью. Ох. Сейчас самое главное, таки достать этот электрошокер. Страшно. О, оба здесь, бабка, нам тебя позвали. Хорошо, что они оба здесь. Вау. Здрасте. Видели? Вы видели, что произошло? Где эта штука от электрошокера находится? Какой отстой? Ладно, давайте побежим пока наверх. Это хороший шанс. Надо же все исследовать сначала, а потом строить стратегии. О, какую-то шутку дед рассказал, оба угарнули с этого. Нет, только не сюда. Зачем? О, нет. О май гад. Не бросай. Не бросай. Все, бабка ушла куда надо. Осталось, чтобы дед ушел. Есть! Пойдемте вот сюда. Третье. Это, видимо, нужно. Прекрасно, столько всего интересного. Тихо, не падать. Ничего страшного, это все туда, это вниз. Это все вниз. Да откуда это все берется здесь? Этого не было. Это обновили игру, потому что там вертолет добавили. Вот откуда все эти двери. Надо забрать маленькую штучечку, которую мы нашли здесь. Ага, он в секьюрити пошел. Как нам эту штуку... Опа. О. По кругу можем ходить. Вот это удобство. Вот это неудобно. Вот это неудобно совсем. Я вот слишком устал. Раз она сейчас занята. Смотрим, что там дед. Дед там что? Слишком. Все слишком страшно. Надо закрыть. Я не могу! Слишком много опасностей в этом мире! О, ты здесь? Я, короче, придумал, что сейчас надо идти, зайти, забрать электрошок. Как только мы это сделаем, забираем его патрончик. И только потом... Экшен. Найн. Окей, окей, готов сражаться. Ага, ха-ха-ха. Кам туда, Ди. По мордам. Мне надо твою женщину грохнуть. Вот она. Так. У меня есть не так много времени. Ключ. Ух, скотина, тебя где так учили? Падать животом вниз, чтобы ключ не дать врагу. Скорее. Быстренько так, хоп. Здесь дерьма какого-то. О. Окей. Время еще есть, друзья. Сломать. О. Cutting pliers нужны. Вот они где.
Так, открыть, забить. О! Тьма находок. Швырнуть? Закрыть. А все, что ли? Дерьма кусок. Вниз. Хреново закрылась дверь. Наверх. Блин. Я испугался этой двери. Что это за дверь? Я здесь не было. Три фотки надо вставить. И тогда откроется нечто. Ключ от лодки. Как хорошо. Еще одна. Упала. Ох. Прям бабки в кармашек. О, да. Поберегись. Something is blocking this door from the inside. Ладно, давайте спрыгнем. Сориентируемся на месте. Окей. Что тут? Скотч? О, громко. Он же отсюда может прийти, да? Быстро в security комнату. Нахрена я открыл ту дверь? Мне так нравилось, как было раньше. Блин, я должен устранить этих существ. И быстро все перетаскать. Другого способа нет. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Я не знаю, куда я дел электрошокер. Я прям не помню. Нет, нет. Не туда побежал. Обида. Обида гребаная. Ребят, я просрал электрошокер. Внизу. Я же забрал у него ключ. Точно, внизу. Он внизу. Смотрите, как много барахла здесь в душе лежит. Вот это можно сейчас использовать. Надо в оружейную забежать. Это можно. Иди к своему уродцу, сраный выродок. Вот. Ага! Закрыть! Иснер! О, блин! Эй! This was bug. A bug. A fucking bug. Come on, why? Why do you do? No. No, please. Thanks. Надо бы их устранять, бегать сейчас. Banks? Окей, okay, есть. Долго не думаем. Бросаем все сюда. Все. Свали! Ох, надо много работать сейчас. Так. Вот такой план будет у нас, короче. Носим, а потом, когда они исчезли, мы их начинаем всех убивать. Последний. Последняя ходка. Успеем. Все, ждем. Давайте, чтобы без косячков. Где? Ой, блин, вы все здесь рядом. Ой, как плохо. Так, две фотки здесь, одна фотка в ванной. То, что они вот вместе пришли, не ожидал. Немножко вот, раздор в мой план внесло. Немножко в дерьмецо его превратилось. А куда вот так лицом прям? Немножко кал. Окей, хорошо. Оп. Мимо! Черт, я прошел. Вы видели? Зуб за зуб. Короче, вселенная сбалансировалась. Я пробежался по... По капкану и не застрял. Я промахнулся, я да, промахнулась. Туда же прям поставил. Где эта хрень? О нет. О нет. О нет. О найн. А, блин! Я не могу, я устал. Нет! Думали, я сдамся? Я когда-нибудь сдавался? Нет! Никогда! Играем снова. Я даже не знаю, для чего это нужно. Я не знаю, но это точно не для этого места. А значит, нам нужно это вытащить. Вытащить отсюда. Он идет ко мне, да? Сейчас маневр сделаем. Там звонок, звонок. Успеть, успеть. Не успел. Ладно. Нет, 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 я жму F, я жму F, я жал F, я жал F, я жал F, я жал F. Не чтобы респектнуть себе, а чтобы высвободиться, но он не работал. Это был глючный капкан. Блин, иди на кухню. Третий день, как сразу сходу слился, не торопись все. Мы не торопимся. Потому что мы не сдаемся, понятно? И чтобы вы поняли, насколько я решителен, я сниму свою рубашку. И сниму свою футболку. Ладно, я не буду это. Я же знаю, что меня дети смотрят. Хотя я знаю, какие дети развратные нынче. Вы бы хотели это увидеть. Я уверен. Кстати, какой хищный. Какой хищный дядя идет. Так. Хорошо. А тебе я. Только и бабки здесь. Я не сдаюсь! Понятно! Четвертый. Но все-таки обидно. Но я не сдаюсь.
их сурикат. Напугал. Вот сюда давайте спрячемся. Я выползу из этой комнаты в любом случае. Сраный старик. Черт тебя дери. О май гад. Соберитесь в кучку. В кучку. В кучку. Черт. Дед не в кучке. Они меня так вот... Я как они становлюсь. Вот как они стали такими. Они сами хрен могут сбежать с этого дома. И с ума сошли. Спятили. Вы больны? Отсилю. Я не сомневаюсь, блин, что ты урод. Я же не знаю, куда мне, блин, подать себя. Сюда. Капкан орбит. Нормально. На удивление, эта катка вообще пустая. Нету ни хрена, никаких предметов. Так было много, а сейчас мало так. Хеликоптер. Что-то новенькое. Я закончу этот выпуск вот с таким лицом. Ну, будет очень, очень злобно мне. Я так аккуратненько приду, хорошо? И оба спускались вниз, шли в подвал, делать грязные дела в подвале, грязные дела, вот эти вот самые, да. Вы знаете, о чем я говорю? Закрутки. Зачем ты так стараешься? Это всего последний день. Смотрите, что это такое? Все это время я думал, что это просто багом торчит кровать из той комнаты. Газолин. Вот это нафиг непонятно для чего. Я могу смотреть на дедов и угорать. Вот как можно. Ой, громко. Так погодите, а как мы... Мы же должны понять, как мы собираемся теперь избегать в свете последних событий. Мы хотим сбежать на вертолете или на лодке? Если мы хотим по-крутому, то вертолет, конечно же. Уэпон. Вот сюда. Вот сюда, что такое? Это надо, скорей. Шмяк. Шпоник. Под кровать. О, еще одна, еще одна, еще одна. Где фотки сразу отыскал. Вы видите, у меня иконка появилась вертолета. Все, давайте не будем заниматься ерундой и лодками. Мы вертолетик оседлаем. Это нужно. Оп. Сныкаться. Все, что мы нашли, это ключ от оружейной. Значит, нам нужно в оружейную в первую очередь попасть. Что это? Что это? А, дед спит. Прекрасно. Побежали. Испугался этого деда. Он так страшно спал. Как-то так. Слендрин. Слендрина Диари. Диарея Слендрины. Бывает такое. Удивительно, что она так выглядела на фотках. Я тоже так выгляжу, когда у меня диарея. Ой, простите. О, новое место. Мы не сдаемся, ребят. Нужно всего лишь взять батареечку, вставить себе, и теперь мы полны энергии. Вот так сражаться, да. Плохо видно. Сейчас спидранить будем. Мы будем находить все, что можем, потому что я не знаю, с чем нам повезет, а с чем нет. Блин, он меня увидел, да? Ненавижу это. Как он туда? Зачем он туда пошел? Есть. Это мы возьмем с собой. Бежали. Ух, как хорошо. Руль. Мне надо записывать все, что я добыл. Итак, лодка 1. Руль от лодки. Как это структурировать? Я не понимаю. Неправильно я сделал. Оружейная. О, фото 1. Руль лодки. Вот.
В лодке ключ от лодки. Брика. Ничего. Опа. Окей. Бензин. Хорошо, как мне нравится. Все четенько. А, хорошо, фотка еще одна. Прямо сразу сложить. Фотка один. И два. Короче, у нас здесь склад. Не самое удобное место, но, по крайней мере, безопасное. Хотя, когда мы откроем щеколду там, мы сможем легко переносить эти фотки в нужное место. Тихонечко. Уронил. Нет. Ой, нет. Пожалуйста. Вау. Так. Быренько. Громко! Свалить! Я вас... Эй, что так громко? Как это называется штука, надо тоже записать. Рысиный тоннель. Glass Fuse и резаки, которые мы прямо сейчас и заюзаем с вами. Это было громко, я понял. Так, хоп, швырять. Кацаны. Все, их можно вычеркивать. Структуризация, да. Зря взял. Ладно. Не промахнулся? Я очень опасен. Опа. Дед, подохни. Так. Окей. Окей. Так, стоп. Пожалуйста, далеко не падай. Ты падай очень далеко. Прекрасно. Найн. Сейф. Ключ от сейфа. Вот это катка. Есть, хеликоптером умею пользоваться. Вот это чудо. Надо сделать ревизию. Душ, ручка от двери и ключ от сейфа. Вот, еще не открыл вот это. О, нужная хрень. Да, здравствуйте. Погодите, не уходите далеко. Прям в рожу получай. Ага, отдай. Есть. Так, скотч. Хэндвилл. Кухня. Ручное колесо и ножка. И скотч. Надо все три фотки собрать. Все очень шустро делаем. Так, пошел процесс. Фотка. Раз. Ох, хорошо, что вспомнил про этот быстрый ход. Как страшно жить. Окей. Простите, я вообще сейчас немногословен, очень сосредоточен. Очень все хорошо получается. Так, сейчас сложим. Я даже не знаю, что будет открыто сейчас. Новое место. Что за на... Что это? Ой, я... Нет, стоп. Я еле сдержался, у меня был соблазн выстрелить вот этим. Но если бы я это сделал, все, кранты бы моему. Они специально это сделали, да? Это такая уловка. Ты понимаешь, если я попаду во все три мишени, то откроется дверь. Слушайте, а может быть... Был. Какой я молодец. Так, что эти cutting pliers? Снова эти штуки нужны. Они лежат там. Я так и знал, что они нужны для этого места. Прям в жопу ему засадил. Вот, хорошо. Бегом. Кинуть. И снова сюда. Так, это сюда дропать. Я даже не знаю, что там будет. Страшно. Что за Дракула? Что это такое? Да что за отстой? Надеюсь, он теперь не появится. Такой странный Дракула. Ладно, это он, короче. Мы нашли ключ от вертолета. Стоп, может быть, на этой фотке что-то важное? Нет, дед, ты не важный. Просто знай. Спаркплаг. Прекрасно. Прекрасно. Ручка. Есть. Да, пока не могу, мне же нужно отвертить, отвинтить. Вспоминай. Вот она где, блин, сволочь такая, прекрасно жить мне, хорошо. Какая катка интересная получается. Все, брось, следующий шаг идти к твари. Кормить ее. Ух. Есть. Вот она.
Быстрей. Отлично. Дед! Третий день. Получается, когда я убиваю бабку, иногда дед агрится и бежит смотреть на ее труп. Может быть, наоборот, это от счастья. Кто знает. Вот так приманим. Да, вот, все, она здесь. Теперь ей дорога только из комнаты. Точнее, в дом. Это же на улице, да? Да. Значит, следующий ее waypoint — это внутрь. И для нас это прекрасная возможность подобрать... Где эта хрень? Есть. Да, блин, детка, ключ от оружейной! Сюда. Все это вот сюда бы сложить, и так... Хоп. Скорее за Лёмиком. Чертовски стрёмно все это делать. Пэдлоки! Друзья, надо последний раз их вынести. Так, вот здесь бы не промахнуться. Ага. Скорей, наверх. Сюда. Как бы не запороться. Так, это бросили здесь. My God. Есть. Мне кажется, ружье здесь менее эффективно, чем вот этот прекрасный... О, не в ту сторону. Этот прекрасный электрошокер. Так меня вообще выручил. Молодца. Ну что, давайте попробуем. Так, навалить. Хорошо. А, сволочь. Я плохо в шутеры играю. Давай. Только с шотганом я туда пойду. Glass Fuse. Где он у меня? Крысиная нора. Ага, все, я понял. Пожалуйста. Пожалуйста. Нет! Вот это твари. Четвертый день, какой меня поимели. Я же говорю, все слишком хорошо идет. У нас два дня осталось. Две попытки. Я не могу просрать сейчас. Давайте возьмем ключик. Он ведь не здесь. Очень опасно. Это мне так страшно. Мне так хочется пройти. У нас Spark Plug уже лежит там, где надо. На лестнице. А значит, все готово для лодки. Мы можем просто свалить отсюда? По идее, да. Получается, есть три способа сбежать. Вертолет, лодка и дверь. Мы все по чуть-чуть замутили сейчас. Но пока ближе всего мы вроде как к лодке. Spark Plug. Бежали. Нет, нет, нет! А, это камера просто к ним. Тысячи лайков, потому что мы это сделали. Пятый заход. Я сказал, что мы не сдадимся, и мы не сдались. Ах, хорошо, я прочувствовал вкус победы. Я не могу поверить в это. Я сделал это. Я так хорошо прошел. Но поскольку у нас здесь еще есть два способа сбежать, я думаю, нам есть смысл это попробовать сделать, да? В следующий раз, допустим, попробуем либо хеликоптер, либо через дверь, в зависимости от того, что будет лучше получаться. Про лодку вообще даже не будем париться насчет лодки. Лодка, пошла ты в жопу, лодка. Друзья, мы это сделали. Непоколебимая воля к победе. Вот что объединяет нас всех. Мы это сделали, это было очень долго. Я 2,5 часа записываю этот видос. И поверьте, это дофига. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Не забудьте зайти на мой новый с Максом канал BFF. Там вышла пилотная серия нашего веб-сериала «Лучшие друзья». Она уже там. Зацените обязательно. Ну, если она прям вот не сейчас там, то, может быть, она будет вот сегодня же. Вот в тот день, когда вы смотрите. Зайдите на канал, подпишитесь, не пропустите. Обязательно. Идите туда, потому что мы очень старались, и нам очень хочется, чтобы вы заценили этот сериал и узнаете, что он с каждым разом будет становиться все лучше и лучше и лучше. Пишите ваши комментарии, конструктивную критику, чтобы мы улучшали эту историю, потому что для нас это, вот для меня и для Макса, это прям что-то от души оторванное. Короче, с вами был Юджин, ребят, мы сделали это, мы победили стариков.
Вот когда это так звучит, как-то не очень, да? Но мы это сделали. Мы, видимо, еще более старый старик. Они, короче, если смотреть на это с такой перспективы, то получается, что это молодежь, которая докапывается до меня, до старика. Им по 100 лет, а мне 130. И они что-то докопались до меня, потому что они такие все молодые. Вот оно что. Заперли старика, пенсию с меня трясут. С вами был Юджин, друзья. Всем огромное спасибище и всем... И пять!